Здравствуйте! Сейчас мы покажем вам буквально пару кадров о производстве, где мы изготавливаем наши медприборы. То есть, ну, самое первое в производстве – это непосредственно климатическая установка, потому что должен быть определенный климат для того, чтобы все изделия были собрать очень качественными. Первое – это климатическая установка, которая следит за всеми параметрами в помещении, и таким образом здесь поддерживается всегда одна и та же температура, влажность и так далее и тому подобное. Оно напоминает прачечную, но на самом деле это и есть прачечная, только стираются здесь не вещи, а стираются платы. То есть здесь промываются платы перед тем, как уже поступить в основной цех. Итак, вот это вот у нас такие интересные штуки, они называются подающие фитеры. То есть, по сути, это представляет собой катушку, где находятся на этой катушечке детали определенные. А вот, и эта катушка вставляется в станок. Это непосредственно станок, который набивает, вставляет детали в платы. Вот. А рядом находится станок, который уже непосредственно осуществляет напай. Детали закрепляются, да, с помощью байки на плате. Это на самом деле холодильник, который охлаждает воду. Вот сейчас мы видим здесь 13 градусов. То есть вода температура 13 градусов, она подается на последний этап. Это уже после печки охлаждение платы с деталями. Вот, водяное охлаждение, вода 13-14 градусов. Ну, а это завершающая стадия нашего производства. Здесь сидят очень симпатичные женщины, которые уже совершают последнюю стадию отдыхания, контролируют качество того, чего мы получили на выходе после всех этапов производства.